Hey, yo, guys, с вами Шимики, и это у нас Лего Бэтмен. Видеогейм. Я не знаю, я сейчас запись уже остановил и снова запустил. И посмотрим, если же будет эта херь, значит это да из-за разрешения. Так, зоокомпания. Поехали. Если же будут эти провисы, то я буду что-то с этим делать, либо менять разрешение. Доктор Кирк Лангстром, человек-летучая мышь, был экспериментов по биологии млекопитающих. Пытался лечить свою прогрессирующую глухоту кровяной сывороткой. К несчастью, это превратило его в летучую мышь размером с человеком. Он экстраординированно силен и может летать. Ну, пока что все хорошо. Такая модная атмосфера, ночь. Я думал, они реле где-то в болоте. Окей, мы в зоопарке. За компания. Так, тихо. Ну, пока что здесь все в порядке. Что мы собираем? Ну, по частям... Да, ты надоел. Там еще где-то. Ты, ё-моё, сколько вас? Тихо. Блин, сердце пора... Да, пингвин хотел сказать. Ну... Но Бэтмен, который катается на пингвине. Все нормально. Все нормально. Нихера себе монеток. Ладно. А что мне тебе нужно сделать? Мне нужна девушка-кошка, да? Там лавки были нарисованы. Или сердечко? А, сердечко, значит, это... Персонаж, который может привлекать. Да-да-да. Мой русский идеален. Оу, открылся, серьезно? Ну ладно. Я просто хотел ударить, думал, там человека нужно спасти. Опять эти кружки. В надежде на то, что я это не буду собирать, это меня будет радовать. Так, ну у меня есть полет, окей. Мне нужен костюм еще Робину найти где-то. Кажется, он здесь будет. А, не, я просто магазин открыл. В смысле? А, вот и костюм Робину. Что вы здесь делаете, я не понимаю. Робин. Ты что, разобраться не можешь? Все, погнали, фастом. Погнали наверх тогда. Ты мне должен что сделать? А сделать ты должен мне ничего. А, стоп, здесь открывается. О, замечательно. И там я должен буду Бэтменом пролететь. Бэт, иди ко мне. В смысле? Ты чего? Ты что, нормально залезть не можешь? Так. Третья попытка. Надеюсь, это будет последняя удачная попытка. Удачная. Так, монетки. Так, я могу либо пролететь, либо пойти вниз. Ладно, давайте пролечу. И пойму, что здесь ничего нету. Да? Да. Значит, я полечу сюда. Соберу то, что здесь есть. Херась. Ладно. Просто собью вас. Да не, вас тут не было. А почему проход не ломает? Ха-ха-ха!
Ладно, вас прикончу, то и все. Имеется в виду, мне нужно туда, да, теперь проехать? Да, все. Откуда у вас такие зонтики модные? Слышите, я тоже хочу стать Мэри Поппинсом и летать с помощью зонтика. Бля, нахуй. А, блин, мне везде, да, здесь нужно будет машина эта. О, нет. Животных освобождать можно. Да ё-моё. Робин, дуй сюда, где ты? Он где-то дерется по звукам. Робин, в смысле? Эй, Роб! Да уйди ты. Я Робина ищу. У меня Робин пропал. Ай, Робин, ты серьезно? Тебя машина сбила. Слышите, вы летуны. Давай, Робин, быстрее, там уже тебе костюм собрал. Это не я должен делать, а ты. Машина, только скажи, где я буду машину юзать. Может, здесь? Да, здесь. Только откуда машина выехает, выезжать будет? Так, в смысле? У меня костюм есть. А, сейчас вообще ничего не понял. Ага, хорошо. Так. Ага, так. И что мне значит это так? Мне нужен... А что я сделал? Как он... Чё? А, я создал тем, что... чем я буду управлять. Нихера себе, черепаха. Ультра-новационная. Так, помогу человеку, чё ты черепаху бьешь? Там крокодил еще, крокодильчики. Так, берем. Так, ну летучие мыши, они очень чувствительны на звуки, поэтому... Вопрос Бэтмена, как я туда попаду? И это будет хороший вопрос. Супер новационный вопрос. Бэтмен, у нас проблема. Хотя, если черепаха сможет меня взять на панцирь, тогда будет все окей. Да? Да? Многофункциональная черепаха. О-о-о, не-не-не-не-не. Нет, 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 нет. Давай я тебя грохну. Так, а ты управляй ей. Не у тебя то, что тебе мне нужно. Так, Робин, кажись, черепаха негодная. Ох, тут много. Хотя это кажется домашний. Нет, нифига. Как мне попасть на ту сторону вместе с этим костюмом? То, что я понял, это мне точно нужно юзать этот. А, ну, тихо. Да, да. Выдвижной мост. Выдвижной мост. Да, это мост. Ладно, хотя бы мы на этом не застряли в моменте. Как с этим, когда мы Крога убивали. Крога убийца. Робин, пошли. Вау, здесь уже красочнее. О, согласайся. Главное, видите, тот момент, когда я там играл, я бегал, у меня телепортировал ему. Типа, не фризило, даже так нельзя сказать.
Просто как отрывочками так шел. А здесь все нормально. Чистенько. Так, окей. По листочкам будем с тобой, Рубин, это первое прыгать. Сначала сделаю. Тихо. А, так они... Это батутики? Окей, Рубин, ты готов пройтись по доске? А, это еще не сложно до конца, подожди. Ты еще не готов? Подожди, ты сейчас скоро будешь готов. А, теперь ты готов? Поехали. Ой. Так, а куда мне теперь нужно это... Ага, все, увидел. Ой, тихо. Не скушайте меня. А, так я мог просто и без этого даже. Так, костюм Бэтмена. Как раз я Бэтмен. И готово. Сразу сделаем, что это лестницу. Взрывчатка. Что взрывать можно в корабле? Да-да-да. Короче, давайте просто проплыву. Этот мы поплыву плапла. Так. О, нифига себе. А мне сюр... А, или я могу без растения этого? Нет, только с растением. Вот так, готово. Погнали, Робин. Здесь у нас даже... Летучая мышь быть, а у меня нету звукового этого аппарата. Человек, летучая мышь. Если у нас типа человек, вот он человек, летучая мышь, а мы мышь человек, как-то так. Так, ладно, я не знаю, что это. Давайте я это сделаю. А, ясненько, что это. Хорошо. Он в основном раскидывает бомбы. Все. Что еще нужно сделать? Так. Нужно его как-то грохнуть. А, это большой проигрыватель. Получай, получай. В смысле ему... Ах ты ж. То есть мы тебе не дадим нанести ему урон. Но он будет дальше раз бомбы кидать. Ладно. Не беда, я соберу еще раз. Вот что мне делать? Ему урон не наносится. Боже, читерский. Читерский враг. Ладно, давайте Робином его побьем. Просто я немножко сейчас недоразумение. Что мне делать? По-другому я нанести ему урон не могу. Я вообще его никак урон нанести не могу. Пиздец. Четыре лучи. Ладно, сейчас снова будем делать. Надеюсь, что он умер. Я ему урона нанести не мог.
как? Ну как мне нанести урон? Не наносится ему урон. А, боже мой. Я не понимаю, либо у меня опять какие-то проблемы. Либо действительно. Музыкальный аппарат не работает. Но он бессмертен. Он у меня бессмертен. О! Вот, вот, Робин может. Робин может, если захочет. Бэтмен, ты чё-то нет. Какой-то Бэтмен не такой. Вот Робин, молодец. Сразу минус 4 сердца. Бэтмен, 4 попыток, 0 сердец. Понял, Бэтмен? Вот Бэтмен, кто должен убивать всех. Ну и что ты думаешь? У него одна механика. Летать и бомбы кидать. Ну да, и меня взрывать. А у меня в основном старые проигрыватели, домофоны, если быть точнее. Мега здоровые домофоны. Ладно, поехали. Давай, молодец, Робин. Робин смог, Бэтмен нет. Робин. Да, заметьте, в этой серии не было никаких проблем. Значит, это все-таки из-за записи. Когда типа включаешь, запускаешь, оно ломает. Бэт пещера. Ну что, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. И, по сути, у нас будет следующий, это финальный босс. Скорее всего, сам пингвин. Да? Ну, ладно. Это мы узнаем в следующей серии, поэтому всем пока.